вам доводилось слышать о людях, основавших династии столь великие, что их имена остаются в веках? Я из таких. Новый мир, новые возможности, никаких ограничений. Мой остров может стать чем угодно. Он может стать житницей с бескрайними полями и многолюдными рынками. Или могучим промышленным центром, где заводские трубы возносятся до небес, а доки полны всевозможных экзотических товаров. Или раем на земле, вечным карнавалом, манящим путешественников со всех концов земли. Сэр, мы причаливаем, сэр. Пока что это всего лишь убогий клочок суши посреди океана. Но он еще засияет. О, Карибы, богатые и нетронутые земли, мой новый дом. Как здесь все красиво и многообещающе. Новая жизнь вдали от политических интриг старого мира. Возможность начать все заново и поступать по своему разумению. Мне осточертела затхлость воздуха и умов на родине. Нужно сменить обстановку. Мне удалось добиться назначения губернатором на этот остров. Впрочем, других желающих все равно не было. Уникальный подход к управлению позволит мне превратить эту колонию в настоящий райский уголок. Всего-то и надо немного досок, немного гвоздей, да верный и послушный советник. Добро пожаловать на Карибы, губернатор. Позвольте представиться, лорд Оксфорд, посол его величества в этих местах. Мои поздравления! У меня для вас сегодня потрясающее предложение! Как представитель короны, я могу предложить вам эксклюзивную торговую лицензию. Добрый вечер. Его Величеству нужны деньги для строительства нового подводного дворца. Он хочет, чтобы вы начали выращивать деньги, то есть одну из культур, которая приносит огромные доходы. Thank you.
слава мне! Президента? Чем могу помочь? Технический прогресс – путь к самостоятельности, губернатор. Нам нужно больше ученых, чтобы думать о важном и изобретать новое. Моё завтра не умрет никогда. Thank you.
Технический прогресс. Путь к сам... Мы — тени, управляющие миром. Мы — тайная власть. Мы — спасение человечества. Мы — орден, и ты станешь одним из нас. Мы — тени, управляющие. Его Королевское Величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Уважай мою власть!
способность полагаться на свои силы — это добродетель, которую я особенно ценю. Самодостаточность должна быть целью любой страны. Наши земли дикие и необустроены, но это наш дом. Мы должны сделать все, чтобы защитить их. Бремя власти изменяет наше представление о человечестве. Для нас люди всего лишь инструмент, требующий надлежащего применения. Его Величество пригласил лучших архитекторов для работы над проектом его новой подводной резиденции. Нам срочно нужны прибыльные сельскохозяйственные культуры, чтобы оплатить их работы. Быть колонией короны — нелегкий труд, и вы с ним не справляетесь, старина. Колонии Пуэрто-Коко и Исла-Роха показывают значительно лучшие результаты.